Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами я, Реклапа, и сейчас я сделаю обзор мода, который дает демонские мобы. Для начала нам необходимо попасть в ад. Есть, мы здесь, и теперь смотрим. У нас 6 мобов, они все злые и страшные. Ну, как бы демонские, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также у меня есть житель. Это для того, чтобы протестировать, как они себя ведут в естественной среде. Теперь найдем место, где будем тестировать. Так, ищем. Где попросторнее и довольно светло. Так, нет. Нет, опускаемся, ищем хорошее место. Вот, здесь довольно светло. Я думаю, что здесь можно и попробовать. Так, для начала нам необходимо, конечно же, призвать. Это у нас будет первый. Вот такое вот странное чудище. И оно демонское. Внешне, конечно, оно страшное. Очень даже. И звуки. Интересно, конечно. Если честно, мод действительно красиво сделан. Все достаточно интересно прорисовано. Такой вот необычный стиль. А ну давайте протестим. Давай. Вот так. Да. О. Ну ты вообще... Вообще монстр. А ну. Вот так вот. Ужас. Ты убил его. Как ты мог? Демон, как ты мог убить жителя обычного? Ну да. Странный вопрос. Я знаю, извини. Давай еще раз. О, еще голова. Но это последний моб, который... Уже первый. Ладно, не страшно. Потом его еще раз посмотрим. Так, ну я думаю, вы поняли, что за моб. Давайте-ка мы его убьем. Ты горишь? Нет. 2, 3. 3 раза алмазным мечом. Довольно-таки неплохо. Дальше. Второй. Это у нас самый огромный моб. Он же... Супердемон. Я его так сам назвал. Супердемон. Он действительно огромный, вы только посмотрите. Действительно здоровый такой моб. Мне кажется, что вот если быть не в творческом режиме, его будет очень тяжело убить. Давайте посмотрим, что он делает. О, медленно, но метко. А ну-ка. Он тоже бросается интересными вещами и все горит. Давай. Короче, он всех убил. А теперь мы его убьем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз алмазным мечом. Смотрим дальше. Третий. Вот такое вот странное чудище. Голова очень большая и странно двигается. Но все же это существо демонское. Смотрим, как он в действии. Так, куда ты убежал? О-о-о. Он валит, короче, и свинка-зомби. А ну-ка. Да, здесь, конечно, творится что-то нереальное. Вы только посмотрите. Настоящие демонские мобы. Ужас, что здесь творится? Давайте возвращаемся обратно на нашу площадочку. Здесь чуть посветлее. Давайте еще раз его призвем. Так, и смотрим. Да, они, конечно, любят жителей, это однозначно. Теперь давайте протестим, как его можно убить. Хотя его, наверное, быстрее убьют. А ну-ка, иди сюда. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз алмазным мечом. Отлично. Смотрим дальше. Это у нас будет сейчас маленький паучок. Такой вот маленький паучок. Безобидный. Наносит, наверное, минимальный урон. Давайте посмотрим, как его можно убить. 1, 2. Ну, обычный паучок. 2 раза алмазным мечом. Смотрим дальше. Это у нас супер огромный паук, который любит всех крушить своей пушкой. Давайте протестим. Во, супер. Скорострельность, конечно, поражает. Давайте еще поставим. Вы смотрите, что здесь творится. Давай.
Ну, урон, конечно, не очень сильный. Да, вижу, что урон не сильный. Хоть и скорострельность большая. А теперь давайте убьем его. Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз алмазным мечом. И также появляются маленькие паучки, которых можно тоже без проблем убить с двух ударов алмазного меча. И последний, это у нас, конечно, летающая демонская голова. Да, настоящая летающая демонская голова, которая сразу куда-то летит, сразу куда-то летит. Но все же я попытаюсь убить. Есть! Когда убиваешь, достаточно серьезный такой взрыв происходит. Что эта голова делает? Она летает и всех убивает. Так что можно сейчас, по идее, и оценить. Вот, смотрите. Убить можно демонскую голову достаточно просто и быстро. Один удар алмазного меча. И все, и происходит взрыв. Мне кажется, что этот взрыв действительно сможет убить вас. И давайте сделаем финальную битву. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 паучки, но паучки не обязательно. И еще головы. И теперь жителей. Побольше, побольше жителей. Есть! Давайте, 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 давайте. Ха-ха! Смотрите, что здесь происходит. Смотрите. Давай, 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 вали! Ха-ха! Отлично, отлично. Да, это, конечно, вам не шутки. Давай, 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 давай. Ха-ха, все взрывается. Еще. Ха-ха. Отлично. Настоящая война в нижнем мире. Вот такие вот чудеса, ребята. Это демонские мобы. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч.